Мы в Сан-Франциско. Мы в Лос-Анджелесе, друзья. Без 15.06 мы выселяемся из нашего мотельчика в Пейдже и поедем сейчас в Долину Смерти. Смотрите, какое красивое небо вокруг. Проезжали мимо и увидели автомобильную выставку в Hurricane. Вот хотим посмотреть, что здесь да как. Американские ярмарки, это, конечно, всегда очень прикольно. Народ собирается, выставляет свои машины. Они все такие классные. Thirty-fourth annual, man. We've been doing this for a while. Good old Rotary Club does so much good in the world. Пути, и мы добрались до Лас-Вегаса. Теперь до Долины Смерти нам остается где-то 230 километров. Едем дальше. You weren't my, my first kiss. That's why I don't feel nervous. All my life I've been waiting for this. You can meet me at, I wanna know. On your jacket and let's go. I feel a rush cause nobody knows. We're not gonna live forever. Are we acting like we are? We can sleep when it's September. I think about tomorrow. Ну вот спустя примерно 6,5-7 часов мы добрались до первой нашей точки. Это Данте Вью. Ехали мы всего часов, наверное, 7,5 часов, но у нас были остановки. Мы на коптер снимали, мы завтракали, ходили в аптеку, и мы очень сильно обгорели вчера. Кстати, имейте в виду, что в местных аптеках не очень знают про пантенол, поэтому, ну, либо мы плохо объясняем, не знаю, в чем, где отгадка, но лучше просите, везите его с собой из дома. Смотровая площадка Dante's View, которая находится на высоте 1669 метров над уровнем моря. И с нее открывается отличный вид на впадину Badwater. Это так называемая Солонка, высохшее соляное озеро. Самая низкая точка национального парка всего этого, 69 метров ниже уровня моря. Мы приехали на наш следующий viewpoint. И здесь 35 градусов жары. Сегодня 20 апреля. Топаем в гору смотреть красоту. Друзья, тут очень жарко, но очень красиво. Следующая наша точка — палитра художника. All my life I've been waiting for this.
jacket and let's go. I feel a rush cause nobody knows. We're not gonna live forever, but we acting like we are. У того самого высохшего соляного озера, на которое мы смотрели с Dante's View. We can sleep when it's September, I think about tomorrow. So many lights we can't see the stars. Just wanna ride shotgun in your car. Baby, light it up and hit it and take off into the dark. Когда пойдете на соляное озеро, купите. Видите вот эту табличку? Вот там уровень моря. Ну и последняя у нас на сегодня точка — это дюна. Take a chance that we got forever, that we got forever. We're not gonna live forever, but we acting like we are. Мы сейчас были рядом с золотыми фотогеничными дюнами Мексит Флэт, которые сыграли добрую треть пустыни в больших голливудских фильмах, в том числе пейзажи планеты Татуин из первых «Звездных войн». Генерал Шерман недавно лишился ветви, но остался самым большим деревом на свете. So many lights, we can't see the stars. Just wanna ride the shotgun in your car. Baby, light it up and hit it and take off into the dark. Вновь 6 утра, и мы вновь выселяемся из нашего отельчика-мотельчика и едем сегодня в парк Секвоя. I wanna ride, I wanna ride, I wanna ride.